Just let me be with you. Йоу, друзья, всем снова привет, с вами снова я, Шапка, вы на моем канале, и это новенький видосик. Ребят, нужно поговорить. Нужно серьезно поговорить, и у меня к вам большая просьба. Поддержать меня максимально. В общем, я не хочу останавливаться только на одном контенте. Вы уже знаете, что я несколько раз пытался к одной игрушке, к другой, третьей, четвертой присоединиться, там посмотреть, что как. В принципе, просмотром все нормально собиралось, некоторым ребятам нравилось, некоторые другие такие, типа, зачем, мы пришли сюда Free Fire смотреть. Ребята, я понимаю, что вы подписались в Free Fire, но нужно не останавливаться на одном, я хочу делать больше контента для вас, чтобы был не только Free Fire, но и другие всякие прикольные игры, чтобы на меня подписывались ребята. Поэтому, ребят, пожалуйста, в этом видосе у нас будет Call of Duty Mobile. Покажу, что это за игра. Кстати, она выходит уже 1 октября. В общем, все это покажу. От вас мне нужна поддержка. Free Fire, как всегда, будет стабильно вообще, вот практически каждый день. Сейчас у меня кое-какой новый проект по Free Fire идет. Возрождение старых рубрик, вы уже заметили, Чит Патруль, Сговор Патруль. И еще одна рубрика, уже практически вот скоро выйдет. И, в общем, будет бомба. В общем, Гарена Free Fire — это то самое, что у меня будет в основном выходить. Но я хочу разбавлять контент. Поэтому, ребят, большая просьба, помогите мне с этим, чтобы у меня были просмотры, лайки, и чтобы вы не так сильно хейтили меня за то, что там другая игра. Ребят, Call of Duty Mobile — очень неплохая игра, поэтому давайте ее посмотрим. Я вам ее покажу. В общем, это бетка, зарубежная бетка. У нас игра выходит в России 1 октября, поэтому ждите видосик 1 октября. Кстати, у меня 1 октября день рождения. Совпадение, не думаю, там, вы поняли. Вот, ну и в общем, здесь есть Battle Royale. Ну, неплохой, но мне главное мультиплеер. Это, короче, я даже не знаю, как это назвать. Это стабильный, типа, ну это вообще, ну, это Call of Duty, по-другому это не назвать. Это Call of Duty, ребят, просто тупо Call of Duty, все. Кто играл в Call of Duty, сразу поймет, что это за игра. Потому что аналога, в принципе, ну, нет. У нас, типа, Modern Combat, вот эта вот игра, что-то типа из себя представляет. Но здесь вот именно Call of Duty, та, которая на компе. А здесь она вышла уже на телефоне, и она очень-очень-очень офигенная. Вот, сейчас я покажу, как вообще игра играется. Мне очень сильно понравилось. Я очень жду ее на iPad. Я, скорее всего, буду играть в нее с iPad, да? Вот. Потому что, ну, реально, игрушка топовая. Игрушка прям мега офигенная. И можно вот так вот сделать. Прям вообще топ. Ну, в общем, что я могу сказать? Графон офигенный. Геймплей просто на высоте. Вот туда. Хопа. Все. Ты не взорвался? Ах ты тварь. В общем, здесь есть навыки, есть здесь персонажи, здесь все вот это есть, все вообще отлично сделано. В общем, игру вообще анонсировали еще где-то полгода назад, она была в бетке, где-то там еще в бетке, еще в одной бетке. В общем, было несколько, много беток. Туда полетело. Ой, как хорошо попал. Угу. Угу. Вот как раз навыки. Хопа. Мы кинули дрон, и он сейчас полетит кого-то убивать. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Если он там не врежется. Нет, он не врезался, попал прям четко в цель. Сейчас мы зайдем к ним в спину. Оп, здорово, братан, как дела? Что? Я думал, я по нему попаду. Кстати, ребят, к сожалению, тут с пинком проблемы. Кстати, эта бетка закрывается еще, я хотел бы сказать, что эта бетка закрывается уже буквально завтра, послезавтра. Если я не ошибаюсь, так что это грустно. Вот, но мы будем ждать только 1 октября, у нас игрушка 1 октября выходит. Сразу скажу, это не заказной ролик, я просто хочу разбавить свой контент, и эта игрушка стоит своего внимания, чтобы, типа, вы посмотрели такие, типа, воу! Так, ого, я понял. Я понял, что мне надо сделать. Так, братаны, подождите минуту.
Вот так вот. Угу. Это все на телефоне. Понимаете, да? У меня есть вот такая вот тема. Братан, здоров. Что делаешь? Здоров, как дела? Нормально все? Терминатора включили. Здорово, братаны. Здорово. Откуда стреляешь? Все, можно убегать. Можно убегать, я почти убежал. Неплохо. Давайте новый навык используем. Новый навык. Опа. Оп. Оп, смотри, как могу. Смотри, чекай, как умею. Чекай, как умею. Вот так вот. Вот так вот умею. Вот так вот умею. Кто играл в Call of Duty? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну-ка. Карт здесь вообще дохерища. Я когда посмотрел, сколько тут карт. Ну, блин, играть на эмуляторе. Играть на эмуляторе — это такое себе удовольствие. Мне не очень нравится. Я очень хочу посмотреть, как будет на iPad играться. Потому что на телефоне я не буду играть, потому что мне не нравится вот этот вот размер экрана телефоны. Но на iPad я бы поиграл. Здорово, братан. Что делаешь? И я что, косой? А, все, понял. Понял, там убили. В общем, вот просто обычный матч. Очень насыщенный, прям великолепно насыщенный. Всякие навыки, скиллы, перки. Давайте еще кое-что вам покажу. Последний момент там типа показывают, как там кого убили. Вот, по идее, мы затащили же, да? Мы затащили. Вроде, да? Я надеюсь, мы затащили. По идее, да, я просто не заметил. Ну-ка. 100%. И... Все, в принципе. Да. Виктори, победа, жабка, YouTube, там все, топ-1, красавчик. В общем, вот такая вот игрушка. Кастомизировать оружие полностью можно. Вообще, абсолютно полностью ты можешь кастомизировать оружие. Посмотреть, показать, что как. Вот. В общем, давайте я вам покажу кратко, что тут есть. То есть, можно выбрать перса, который вам нравится с разных частей Call of Duty. Можно выбрать специальный навык. Специальный навык персонажа. Окей. Можно выбрать гранату осколочную, там, которая будет наносить урон. Можно дополнительную гранату, которая типа ослепляющая, там, смок и так далее. Все это открывается не за донат, а за то, что вы прокачиваете уровень. То есть вы прокачиваете уровень и получаете всякие плюшки. Плюс также есть перки, которые вам дают всякие бусты. То есть вы там типа убили там с ножа, вы там восстановили чуть-чуть хп. То есть вот такие все перки есть. Это все абсолютно бесплатно, ребята, это не донат. Дальше, это оружие. Оружие вспомогательное, это либо гранатомет, либо пистолет, либо нож. Нож, естественно, ты быстрее там бегаешь, режешь, все дела, все круто. Окей, а помимо этого здесь также есть вот как раз таки пистолет, там, блин, урон у них бешеный, кстати. Вот, ну и самое главное оружие. Кастомизировать его можно полностью, то есть ты с ним играешь, чем больше ты с ним играешь, тем больше будет прокачки. Вот тут, то есть 10 уровней прокачки, хорошо. А ты его прокачиваешь, здесь все это выдается, там, типа, несколько прицелов, там, окей. А какие-то пули дополнительно, можешь там, типа, глушитель повесить. Все это влияет, все это видно, все это показывается, то есть ты можешь там поменять, и все это будет отображаться. Видов оружия, блин, просто куча, вот реально просто куча. То есть здесь ты можешь взять и дробовик, и снайперку, и пулемет, и просто эмочку и ппшечку, точнее не ппшечку, а какая-то полуавтоматическая, еще один дробовик, это то, что у меня, по крайней мере, открыто. Вот, все это ты можешь взять, все хорошо. Помимо этого, ты также можешь все выбрать для батл рояля. Да, здесь есть батл рояль, и он вообще очень-очень плохой, то есть вообще офигенный. Тут тоже можно заранее все выбрать, там дополнительные штуки, навыки. Кстати, навыки есть в батл рояле, то есть ты можешь выбрать там типа хильщую тему, либо радар, либо крюкошку и так далее. Тут дрон с тобой будет летать, тебе помогать. Все это тоже можно выбрать. А, плюс также планируют там выпустить типа зомби режим, а зомби режим в Call of Duty, как вы, наверное, слышали, это самый топовый режим, который вот только может быть. Есть также Season Pass, но это предсезонный Season Pass, поэтому я не знаю, какой будет на старте, но главное, что тут есть Season Pass, и это уже будет мотивация играть, типа получать всякие плюшечки, главное, чтобы он недорого стоил. По донату здесь практически, ну типа вообще, ну не знаю, я посмотрел, ну типа есть донат. Окей, но каких-то бустов, как, не знаю, как в Free Fire, он, я не заметил, не дает. Вот. Вообще такая вот игра. Battle Royale включим. И, в принципе, все, что я хотел рассказать, показать, я сказал. Давайте подождем первое число. Подпишитесь на меня, поставьте лайки, ребят. Вот такой вот небольшой обзор Call of Duty Mobile. Надеюсь, вам понравилось. А с вами был я, Жабка. В общем, ребят,
Всем спасибо, кто меня смотрел. С вас лайки, подписка. Надеюсь, вы меня поддержите. Всем удачи и всем пока. Пока. Пау.